Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня у нас заключительная часть по вязанию пледика «Иллюзион». У нас связаны все детали, все квадратики, все 6 видов квадратов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Есть схема вязания. У меня она, к сожалению, в черно-белом варианте, потому что... Ну, сел цветной картридж, поэтому распечатываю как есть. Если у вас нет картриджа, если у вас вообще нет возможности распечатать, просто разрисуйте. Самое главное направление полос, потому что видите, что схема хитрая. Да и по деталям не сильно понятно, какая с какой стыкуется, потому что логики нет. Есть действительно иллюзион, иллюзия, которую мы сейчас будем с вами создавать. У меня один раппорт. Я вас предупреждала, что мы будем вязать из двух раппортов, то есть две абсолютно одинаковые части вот рядышком вот расположены. Вот они 32 и 2, 60 сантиметров у меня в ширину, 90 в высоту. На свободном месте, на полу, на столе, на диване, неважно где, раскладываем сейчас схему. Сначала ничего не соединяем, просто раскладываем один раппорт, используя нумерацию. И еще раз говорю, направление... Вот здесь, поскольку у меня не видно желтого, еще раз картридж черно-белый, вот серенький, я подписала, что это желтый, для того, чтобы ориентироваться в направлении полос. И продублировано по краям номера блоков. Итак, на один раппорт у меня уйдет по два каждого блока. Первый, первый, второй, второй, третий, третий, четвертый, четвертый, пятый, пятый. А, и шестой, шестой, вот они. Вот такая вот асимметрия. Мы решили сделать полную иллюзию, полный вот такой слом зрительного восприятия. Можно было связать что-то более привычное глазу, но тогда это было бы уже не иллюзион, а графика какая-нибудь. Поэтому раскладываю сейчас все блоки, то есть на полу у меня пол позволяет. И после того, как все разложим, посмотрим, что получается, будем их постепенно соединять между собой. Разложили квадратики по схеме. И сейчас наша задача их соединить. Варианты соединения. Можно соединить все внутренним швом. Просто складываете лицом к лицу, сшиваете. Вот красиво. Можно соединить внешним швом. Складываете все изнанка к изнанке, соединяете внешним швом, отделочной пряжей. Вводите какой-то еще один цвет, тоже будет красиво. Можно сшивать хитро. Там, где цвета совпадают, сшивать внутренним швом. Там, где цвета отличаются, сшивать с разделением. Тоже будет красиво. То есть вы выбираете тот вариант соединения, который лично вам кажется наиболее оптимальным в данном... при провязывании данного конкретного изделия, нашего пледика. Смотрите, чтобы... Поскольку это все-таки плед, у нас изнанка тоже должна быть чистой, ровно аккуратной. Поэтому весь плед я буду сшивать внешним швом. Внешний шов идет по лицевой стороне. Он является одновременно и отделкой. И с изнанки у нас будет абсолютно чистый край, чистое полотно. Тоже никаких не будет ни хвостов, ни швов. То есть плед можно будет развернуть, он тоже будет красиво смотреться с изнанки. Сошьем, соединим все полотна, я вам покажу как. А сейчас для того, чтобы не запутаться, ничего не сдвинуть, ничего не повредить. То есть разложили вот таким вот образом наши изделия. Схему не убирайте, все квадраты подписаны. Если что-то собьется, мы всегда восстановим данное. Видите, достаточно хитрое сооружение. И теперь берем булавку и, вкладывая две детальки, я сразу соединяю булавкой вот так, чтобы не перепутать, потому что, рассчитывая, что я... не запутаюсь, соединю не так, надо будет переделывать. Все, соединила булавкой, навешиваю на машину одну деталь, вторую сшиваю. Сшила две детальки, возвращаю их обратно, беру следующие две детали. Таким образом можно соединять рядами, ряд, потом оптом все четыре блока сразу. Таким образом будет удобнее, то есть соединяю вот так вот поперек, 1, 2, 3, 4, и общий ряд, поперек и общий ряд. Вы выбираете то метод соединения, который вам наиболее понятен, приятен и оптимален в данной, опять же, ситуации. Я показываю, как сшиваю я. Беру две первые детали, идем на машинку. Как мы будем надевать полотна? У меня есть два полотна,
Мне их нужно надеть по булавке. Сначала одно, потом другое. На количество петель, которые мы выполнили в самом начале. Помните, первые уроки у меня количество петель 41. Я надеваю одну деталь, надеваю вторую, соединяю внешним швом. Но если я надену как попало одну деталь, как попало вторую деталь, у меня вот эти вот места, которые должны четко идти одна за одной, вот эти вот разделители, они разъедутся куда попало. То есть рассчитывать на свой орлиный глаз не стоит. Нужно сразу ставить метки и выходить на расчеты. 41 петля. Делим на 3. У меня ровно не делится, у меня получается 13,6. То есть один блок 13, 13 и сколько получается в середине. 2 петли, одна берется, 2 иглы, одна берется из этого блока, одна из этого, вот они. Одна из этого, одна из этого, вот они. Пойдут на соединение вот этой красной части. Вот они. Красные детальки вот эти вот должны четко совпадать и все время быть на одном месте. Тогда у вас плед идеально ровно сойдется. Если вы будете разделители пускать как попало, разочарование будет велико. Поэтому поделили. У меня получается здесь по 12, тут 13, потому что не делится ровно. Если есть два одинаковых числа, разносите их по бокам, в середине сколько останется. И вот эти вот 2 и 2 я помечаю вот здесь, 2 иглы. Они являются разделителями. Их я не могу ни в коем случае задействовать, если только у меня небольшая деталь. Большая деталь, она все равно вот дойдет до красной, и красные отметки у меня пойдут вот на эти 2 петли. Если у меня большая деталь с другой стороны, точно так же от края до красной надеваю один цвет, и красные 2 полосочки четко попадают нам в свои места. Все, распределили. Поскольку вязать я не буду, метки не сотрутся. Количество игл 41. Могу тоже поставить метки. Какие-то старые метки. Что у меня деталь? Вот такая. 41 здесь. 40, 20 здесь. И теперь спокойно можно надевать от края. За самые кончики с одной стороны. От края за самые кончики протяжек с другой стороны. Так, чтобы как можно меньше полотна у меня на иглах находилось, чтобы я не утяжеляла их. Вот они, 2 иглы для красных дорожек. Раз, два. Теперь черную распределяю равномерно по оставшимся иглам. Вот тогда соединение у вас будет идеальное, ровное, аккуратное. И вы увидите вот ту графику и тот красивый узор, которого мы и добивались. Так, 2 иглы с этой стороны красные. Вот они. Раз, два. И белую распределяем равномерно между этими иглами. Если какой-то игле не хватает петли, можно не надевать на нее узелки, можно проигнорировать этот факт, мы их компенсируем вторую деталью, чтобы не утяжелять опять же полотно. Желтое сюда. И видите, у меня получается, надеваем мы петли через иглу. Ну и ладно. Первая деталь готова. Беру вторую. Иголку не убираю, потому что, чтобы самой себя не запутать. Так, на эти же 2 красные метки надеваю красные петли. Остальное все равномерно распределяется. Если на какой-то игле, смотрю в первую очередь, на этой игле нет петли, значит на нее надеваю петлю. На всех остальных есть, поэтому тут без разницы, какую петлю надевать. На какую иглу. Дальше здесь натягиваем так красные петли на свое место. Желтые распределяем сначала на те иглы, на которых нет петли.
Нет петли, значит мы компенсируем вторую деталью. По петлям и по рядам у нас никогда не идет совпадение. Количество петель всегда не равно количеству игл, количеству рядов. Поэтому не переживайте, если у вас вот так получается. Так, и черная часть оставшаяся надевается на оставшиеся петли. Опять же, начинаем с тех игл, на которых нет петли. А остальные без разницы. Надеваются, кому достанется. При данном методе соединения натягивать узелки на иголки не обязательно. Наша задача сделать так, чтобы полотно четко легло в заданное количество игл. Потому что 15 сантиметров по петлям, каким бы боком мы полотно не провязывали, оно всегда будет одинаково на данной петельной пробе. Беру отделку и начинаю закрывать отделочный шов. Двойная косичка, которая у меня закрывает место соединения. Так, на петлю уловителя красная петля. Снимаю все петли с иглы. На петлю уловителя петли рабочие и петля отделочная. Провязываю одну петлю рабочую, соединительную, одну воздушную. Одна петля рабочая, соединительная, одна петля воздушная. Опять же, это мой метод соединения. Я соединяю пледик так. Вы можете соединять любым способом, который считаете нужным для данной конструкции. Мне нравится этот метод, я его использую постоянно, потому что он освобождает изнанку. Все соединение уходит наверх. Во-первых, прикрывается место соединения. У нас очень чисто получается край. Такой метод дает эластичность приличную, то есть у нас никаких стяжек не будет. И в то же время хорошо стягивает, потому что вот эта воздушная петля, она уходит как бы наверх. Идеальный метод соединения. Сейчас мы закрываем весь ряд и смотрим, что у нас получилось. И вот таким вот образом мы соединим весь пледик. Поэтому смотрите, чтобы у вас на каждой игле была хотя бы одна петля. Потому что пустые вот эти вот петли соединительные, они могут создавать нехороший ажур и растяжку в этом месте. И в то же время не надевайте полный петельный столбик, будет очень грубо. Никакая косичка, никакая воздушная петля не прикроет вот эту вот грубость возможную. Если вы будете соединять большое количество полотна. Узелки оставляете снаружи, потом мы их уберем внутрь. Ну или внутрь убираете, на ваше усмотрение, тут вообще никаких указаний. Убрать-то их все равно придется, потому что пледик, хоть он и имеет лицо, все равно он должен хорошо у нас выглядеть со всех сторон. Так, нить я отрезаю, потому что я буду соединять вдоль детальки, пока не соединю полностью. Потом, так видите, хорошо, что метки были, потому что вот они нужны. Итак, иглу можно убрать, и вот он наш соединенный кантик с изнанки. Никаких грубых швов с лица, шовчик, который по размеру в принципе соответствует провязанным двум рядам. Он отлично поделил наше полотно. И таким образом мы с вами соединяем все детали. Опять же, это мой способ. Вы можете соединять, как вам нравится. Когда вы будете соединять полный ряд провязанных блоков, как я говорила, 4 провязываем, соединяем, 4 следующих соединяем и между собой их потом сшиваем. 41 умножаем на 4. 64 петли делите вот точно по такому же способу. Я рекомендую вам, если вы будете делать так же, соединить все рядочки, все рядочки, много-много их у нас будет, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
После этого стираем эти метки и на 164 иглы делаем новые метки. И по ним уже надеваем все детали. Вот эти вот большие длинные общие детальки и соединяем, чтобы у вас четко совпали все разделители. Вот таким же способом. Соединяйте. Сшили между собой все детали. Оформили край. У меня это простой тоненький подгиб. Маленький практически. Подгиб на 6 рядов. Получается он практически шириной соединительной полосы. И наш плед-иллюзион готов.